День рождения 16 ноября. Какой знак зодиака, характер детей, взрослых, имена? Подпишись на рассылку «Гороскопы» еженедельно. Получайте гороскоп для своего знака, нажимая на кнопку. Вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Рожденные 16 ноября. Значение дня рождения. Огромной силы воли и удивительных способностей персоны появляются на свет в данный период. Они могут ставить высокие цели и достигать их. Но на пути к желаемому могут встать их болезненная зависимость от мнения окружающих. Если вы рождены были 16 ноября, знак зодиака у вас Скорпион, и он наделяет вас не одними лишь положительными качествами, в частности, делает вас крайне эгоистичными. Эгоизм может быть следствием вашего бессилия или некомпетентности, и зачастую вы проявляете его по отношению к самым близким и дорогим людям, чем безмерно их обижаете. Чтобы достичь внутренней гармонии и жизненного благополучия, вам нужно перво-наперво взрастить в себе адекватное чувство собственного достоинства. Уважая себя по-настоящему, вы станете уважать и окружающих. При этом у скорпионов, которые родились 16 ноября, явно выражены лидерские качества, они стремятся к власти, знают ее силу, но при этом никогда ее не злоупотребляют. Властные полномочия нужны им не для удовлетворения своих амбиций, а для достижения общественно значимых целей. Это первоклассные руководители, главы семейств и лидеры групп, которые быстро и надолго завоевывают всеобщее уважение и неоспоримый авторитет. При этом знак зодиака людей, рожденных 16 ноября, наделяет их свободолюбием и чувством справедливости. Они могут открыто выступать против порядков, не отвечающих их идеальным представлениям. Особенно явно их революционный характер проявляется в молодости, в период становления их личности, и только с годами они успокаиваются. По-вашему, влияние знака зодиака заметно поведение людей, рожденных в этот день? Это влияние слабо выражено, конечно, 16 ноября, влияние знака Скорпион самодостаточными и гордыми являются. Те, кто на свет появился 16 ноября, знак зодиака позволяет им во всем руководствоваться исключительно собственным мнением и рассчитывать только на свои силы. Им нельзя что-либо внушить или навязать, да и о содействии они никогда не попросят помощь, а примут только в самом крайнем случае. Вместе с тем, сами они чрезвычайно чутки к чужим проблемам и всегда придут на выручку даже раньше, чем их позовут. Вообще, персоны, рожденные 16 ноября, обладают отменными коммуникативными навыками, хорошо чувствуют настроение окружающих. Доброжелательность и открытость сочетаются в них с принципиальностью и силой воли. Это дает им возможность стать не только главной составляющей частью, но и несомненным лидером любого коллектива. В них также ярко выражен состязательный дух, им нравится вступать в соперничество, закалять характер, доказывая свою состоятельность. Они действительно сильные конкуренты, внушающие уважение и даже опасения. Однако для достижения успеха им нужна поддержка любимого человека, поэтому к выбору спутника жизни они подходят со всей ответственностью, выдвигая самые высокие требования. 16 ноября родилась актриса Гиги Джли. 16 ноября 1977 года миру была явлена неимоверно талантливая киноактриса, которая смогла проявить себя также в режиссуре, написании сценариев и продюсерской деятельности. Гиги Джли. Ее родиной является Австралия, там она впервые попробовала себя в роли киноактрисы, снявшись в многосерийном фильме «Водяные крысы». Сейчас на счету Гиги около трех десятков ролей в драматических и остросюжетных фильмах. Можете ли вы назвать этого человека типичным представителем данного знака зодиака?